на первой позиции открытие полиции. Копы из австралийского Сиднея вскрыли фургон, который врезался в две припаркованные возле участка патрульные машины. Внутри блюстители обнаружили 273 кило амфетаминов на сумму 140 миллионов долларов США. Самое легкое в истории задержания огромной партии зелья увенчалось арестом водителя, который возглавил список дорожных неудачников всех времен. А вот глав